То, что они говорят, что авиасообщение с 1 числа откроют, это я еще раз говорю, это все ерунда. Потому что такое было 15-го. Такое было 15-го. Такая ситуация. Мы здесь будем оставаться до тех пор, пока премьер-министр не выйдет и с нами не будет говорить. Нужно будет ночью оставаться. Мы здесь останемся ночью. Если нас за людей не считают, мы докажем, что мы люди, что с нами нужно считаться. Мы все сделаем для того, чтобы премьер-министр к нам вышел, с нами разговаривал. Не будет такого, что мы сдадимся, что нас за дураков будут считать, что мы разойдемся. Мы будем до последнего здесь сидеть. Нужно будет палатки здесь поставить. Поставим палатки. Нас должны услышать, мы люди. С нас всех уже хватило. Тогда он дал обещание, что поможет. Сейчас ждем, чтобы результаты были. Обещания нам не нужны. Нам нужны реальные действия. Обещать может каждый. А вот что-то реально для страны сделать, должен тот человек, который заслуживает находиться во власти. Еще раз говорю, то, что нам завтраками кормят, говорят, что с 1 числа все откроется, это все ерунда. Что армянская сторона, что российская сторона будет пускать к себе на территорию энное количество людей. Опять будут записываться через эти чертовые госуслуги, через которые очень тяжело регистрироваться людям. Опять нужны будут специалисты, чтобы этими вопросами заниматься. Вот я сейчас уеду, да, 28 числа. Что люди будут делать? Как они дальше будут регистрироваться? Нам сейчас говорят, что нет, никто не выйдет, никто с вами разговаривать не будет. И что? И таким образом все дела в государстве будут решаться, да? С таким уважением к людям будут относиться. Смысл тогда всем людям платить налоги? Смысл тогда вообще, короче говоря, какие-то перечисления делать государству, чтобы оно как бы стояло на ногах? Завтра что? В бюджете деньги когда закончатся? Что они опять будут говорить? По смс-кам деньги отправьте, поддержите государство? Вот так мы экономику будем поднимать? Так экономика никогда не поднимется. Экономика должна подниматься за счет внедрения. Люди должны хотеть приезжать сюда, в Армению, ставить бизнес, развивать страну. А не так, что отправляйте смс-ками деньги, мы бюджет будем наполнять. Либо давайте мы пойдем кого-нибудь посадим и его деньги заберем, так бюджет пополним. Так никто не делает. Нужно дать реальную возможность людям развиваться, развивать нашу страну и делать так, чтобы люди хотели возвращаться в Армению. Они так наплевательски относиться, чтобы хотели уехать и не возвращаться вообще. Они не понимают, что они делают сейчас. Они реально последствия не понимают этого. Они должны это все понимать. Мы требуем, чтобы премьер-министр вышел к нам и с нами разговаривал. Я думал, я пойду туда хотя бы один говорить. Но нет, сейчас требуем, чтобы он к нам вышел. Он должен нас уважать. Мы люди все. Мы по его призывам сюда на сегодняшний день приехали. Кто что развивать? Ну вот эти, я говорю еще раз, проблемы возникли, да, вот у людей, большинства, которые бизнес начинали, они вынуждены были прекратить. Потому что все, везде затишье, везде все вымерло как будто, понимаете? И так продолжать нельзя. Надо людей уважать. Надо тех людей уважать, которые за него голосовали, которые выходили сюда на площади, которые рядом с ним стояли за спиной, плечо к плечу. Вот таким образом все нужно делать. Уважать людей нужно. А не плевать им и в лицо, и в спину. Все, спасибо большое. Правильно ты говоришь, Давид. Правильно.